Сейчас Северодвинск, там закрывается легендарный конно-спортивный клуб «Тавро». Некоторых лошадей раздадут, набирать детей для занятий перестанут. Так грустно завершается 12-летняя благотворительная история основательницы клуба Анны Бульбы. Дети здесь всегда занимались бесплатно, учились ухаживать за лошадьми, регулярно становились победителями соревнований. Сегодня некоммерческую организацию решено закрыть. Как бы кого-то упрашивать я не хочу. Вот. Понимаете, это огромная ответственность даже написать грант, отработать этот грант. Это же не все так легко, как кажется. Да, это огромная... Ко всему добавились и часто негативные отзывы в местной прессе. Например, скандальная история с праздничными катаниями на площади города Корабелов. Все ли легально в Тавро на самом деле? Прощальный материал о бесконечной любви к лошадям. Сегодня в телеблоге Николая Цыба. Северодвинск в деталях сразу после автографа дня. Как раз хорошая.